Хорош. Подготовка проходила как обычно, ничего сверхъестественного не было, все по плану, все как и должно быть. Сначала сбор ОФП, потом спарринги, и сейчас мы находимся на завершающей стадии, это подгонка веса и нагнать хорошего настроения. Ну так вкратце все по подготовке. Сереж, что ты знаешь про своего соперника? Про соперника видел, знаю, что да, любительская школа хорошая, и результаты хорошие в любительском спорте. Быстрый, техничный, хороший парень. Ты много его поединков видел? Нет, немного. Немного. Скажи, пожалуйста, ты готов выходить уже на титул чемпиона мира? Хотелось бы, очень хотелось бы, конечно, побоксировать и почувствовать, как это на самом деле. Что это такое и с чем это едят. Хотелось бы, конечно. Пересматриваешь уже поединки Тимоти Брэдли? Тимоти Брэдли, да. Но последний бой, к сожалению, не смотрел. Но бои его видел. Видел. Ну, можно боксировать с такими боксерами. Спасибо.